Всем привет! У нас сегодня в обзоре крутейший рюкзак от фирмы Deuter. Модель под названием AC Aero объемом 24 литра в зеленом цвете. Давайте немножко поговорим об этом крутом рюкзаке. Модель AC Aero – это надежный рюкзак для однодневных походов, пошитый из прочного износостойкого материала. Эта топовая модель идеально подойдет для горных восхождений и непродолжительных походов. Для достаточной вентиляции спины во время активного движения, вызывающей повышенное потоотделение, служит продвинутая система спинки под названием Air Comfort. Для достижения большего комфорта во время ношения рюкзак Deuter оснащен удобными плечевыми лямками и набедренным поясом с 3D Air Mesh обивкой. По поводу карманов и отделений. Два боковых сетчатых отделения, один карман на змейке, также здесь есть специальный карабин, куда можно закрепить ваши ключи. Также имеется быстрый доступ к вашим вещам, которые находятся внутри рюкзака. Например, вы заложили полностью весь рюкзак вещами, а та вещь, которая вам нужна, находится где-то посередине. Вы открываете отделение и достаете. Все очень легко. Теперь по поводу внутреннего состояния. Во-первых, здесь есть карман секретный на змейке. Сюда можно положить какие-то ценные вещи, никто об этом не узнает. Вот оно, основное отделение и крепление под питьевую систему от фирмы Deuter с выходом на правую лямку. Также не стоит забывать, что в этой модели имеется в комплекте специальный rain cover. Для нее, для тебя, для ребенка. Огромный выбор рюкзаков имеется на сайте mandrivnik.com.ua.